Всем привет, друзья! Сегодня мы делаем... Надеюсь, вы удивитесь. Я даже тему не придумала. А сегодня мы сделаем рарити и... Эпплджек. Да, Эпплджек же ее зовут. Ну, которая с этим... такая вот, ну, грустненькая всегда. Не, это, ну, которая с зелеными глазами. Фермер. Да, это вроде бы Эпплджек. Давайте делаем. Рарити у нас всегда... Нет. Нет. Ну, похоже, но нет. Почти, но нет. Почти отгадали, но нет. Ладно, поставим. Так, ну нет, это уже перебор с макияжем. Так, а вот это синевато немножечко. Вот это, да, вот это белый. Так, у него хоть кудрявые ведь волосы, да? Ну, такие кудряшки маленькие. Не, не такое. Вот такое какое-то, да? Да, такое. И... вот... такой, да, вот такой какой-нибудь. Вот такой, такой. Вот какой-то такой, да, вот такой где-то. И нет. Нет, 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 нет. Может, тут он? Он даже блестит так красиво. Ну, что можно? Ну, я не знаю, что и можно. Может, хвостики маленькие? Ладно, нет, конечно же. И такой не подходит. Ну, все-таки вот такой, наверное, да, такой. Все-таки надо сменить цвет яичок, потому что он какой-то не очень такой. Нет, не такой, но... ладно, пока такой стоит. Потом придумаем что-нибудь. Так, такой... теперь я, ну, у него какая-то майка-то, я не помню. А, у него такая немножечко синеватая, какая-то вот такая. Ну, нет, все-таки другая нужна. Может, это прокатит? Да ладно, не прокатит. Ладно, кофточку убираем. Юбочку пока выберем, а потом возьмемся. Может, такая юбочка? Прикольная, милая юбочка. Может, это, ну, какую вот юбку можно ей? И разные юбки подходят. Пока у меня только на выборе вот это или вот это. Ладно, пусть пока такая остается, что ли. Ладно, пока пусть такая останется. Потом еще посмотрим. Так, может тут что-нибудь... да ладно, тут нет, конечно же, ничего. Может тут какая-нибудь... привет, я вас всех люблю! Нет, конечно же. Это тоже нет. О, вот это, конечно же... ты чего... то он спит, что ли, так? Ладно, я еще посмотрю, вы пока подождите. Ну, вот такая вот рарити будет сейчас еще. Вот такая милая рарити. Теперь Эпплджек.
Я не стала менять ей глаза и рот и бровь, потому что оно все так, как и похоже. Теперь причесочка. Вот такие вот причесочки. Теперь ей быстренько вот нужно, да. О, вот я уже нашла. Так, теперь ей нужна юбка зеленая. У нее же зеленая юбка. Вот такая, да? Да, у нее зеленая юбка какая-то. Вот так. А, не, у нее не зеленая, у нее вот такая вот. Да, точно, у нее же такая. Какая юбка? Забыла уже вообще. Сейчас, подождите. Сапоги теперь... Ну. Что ей можно отдать? Чего? Ну, вот такие, в принципе, пони. Можно сделать скриншот. Ну, а вам кто больше понравился? Напишите в комментариях. Rarity или Applejack? Мне лично обе. А сейчас спасибо за просмотр. Всем пока и до скорых встреч. Я Rarity, а ты? Я Applejack. А я Клюкучка. Приятно познакомиться. Всем пока!